Самое интересное организаторы оставили на последний день фестиваля. 9 января в этнопарке выступят именитые фигуристы. Чемпионы мира Мария Петрова и Алексей Тихонов. И олимпийские чемпионы Татьяна Татьмянина, Максим Маринин и Алексей Ягудин. Свою часть они уже подтвердили и даже записали приветственное обращение для всех жителей Коми. С огромным удовольствием проведем мастер-класс по фигурному катанию на коньках для маленьких звездочек из Республики Коми в Финно-Угорском этнокультурном парке Республики Коми. Встретимся на льду в зимней Ибице. Ура! Подтвердил свое участие выпускник фабрики звезд, певец, композитор и продюсер Доминик Джокер. Я очень надеюсь, что мы с вами увидимся на зимней Ибице. Приходите, будет весело. Peace. Чтобы избежать пробок, въезд на территорию этнопарка будет платным не только 9 января, но и 8. В этот день намечен открытый турнир по сноубордингу «Короли семи холмов». Кроме того, на фестиваль приедет финский Санта-Клаус «Йеллопуки». Билеты можно будет купить в самом парке. А вот о билетах на 9 гостям праздника стоит позаботиться заранее. Мы не будем продавать их в парке. Соответственно, если вы приезжаете в парк, у вас нет билета, ГИБДД, с которым мы плотно сотрудничаем, вас вынуждены будут завернуть. Пока неизвестно, какой будет погода в дни фестиваля. Организаторы советуют гостям надеть валенки и оставить маленьких детей дома. Даже при небольшом минусе есть шанс простудиться. Впрочем, погреться и попить горячий чай можно будет в конгресс-холле парка. Спиртное на зимней Ибице под запретом. Любовь Лапина, Павел Фетисов, телеканал «Юрган».